Приветствую вас. Смотрите, если вы хотите вернуть отношения, то вам, конечно, оптимальнее всего будет предложить ему свою кандидатуру. Хотя бы как друзья. То есть вы хорошо общаетесь, у вас есть дружеское общение. И как друзья, поехать вы, в принципе, по совместный отпуск можете. Вполне вероятно, что у вас там что-то будет, вполне вероятно, что не будет ничего. То есть здесь как бы можно только гадать, вот, чего бы мне делать не хотелось, потому что психологи не гадают. Вот. История здесь следующая. Поскольку вы расстались с молодым человеком, был определенный конфликт у вас или между вами. Между вами был определенный конфликт, между вами были определенные сложности, вот. Ага, то, соответственно, раз были какие-то сложности, то они остались, даже несмотря на то, что вы хотите отношения вернуть. То есть, ну, если был конфликт, да, если был конфликт, и он привел вот к тому, что вы расстались с мужчиной, вот, то, наверное, имеет смысл, подумать над тем, как бы вам, значит, ситуацию разрулить в плане, так сказать, дальнейших отношений. Потому что ситуация может вполне себе повториться. Я имею в виду в плане конфликта. Эта ситуация может повториться, и вы опять, соответственно, расстанетесь. Вот. Поэтому, дабы этого не произошло, вот, обязательно обратите внимание на то, чтобы сделать какие-то выводы. Вот. Но исходя из того, по поводу чего был у вас конфликт. Вот. Иначе ситуация, по сути, не изменится, вы опять будете, значит, под угрозой расставания. Что для вас, как я понимаю, да, является, нежелательным. Очень. Я могу вас, кстати, понять, да, то есть могу понять, почему, что вы этого не хотите, могу это представить себе. Вот. Только, опять же, все это не имеет смысла. Вот. То есть, условно говоря, вам нужно сделать что? Вам нужно донести до своего мужчины тот факт, что вы усвоили, уловили, поняли, из-за чего у вас были проблемы. Ну, то есть, вы сделали выводы
Вот что нужно вам сделать, если вы хотите вернуть отношения. Ну и, конечно, не мешало бы понять, для чего вам возвращать отношения. То есть, почему вы хотите вернуть отношения? Зачем они вам? Вот. То есть мужчина расстался, значит, с вами ему не так, ну, не так хорошо. С вами он несчастлив, если он расстался с вами. Если он не предлагает вам, ну, встретиться, да, если он не предлагает вам провести вместе отпуск, вот, то, может быть, и не надо. Вот, может быть, ему это неинтересно. Вот. Но очень важно понять, для чего вы хотите отношения вернуть. Вот. То есть, заметьте, вы говорите, что вы хотите вернуть не мужчину, да, а именно отношения. То есть, очень вероятно, что сами по себе отношения вам что-то дают. Вот. Я не буду сейчас, опять же, гадать, да, вот, потому что психологи не гадают, вот, но я думаю, что это нужно в любом случае рассмотреть, то есть, вот, для чего вы хотите вернуть отношения. Если вы хотите их вернуть для себя, потому что они вам что-то дают, вот, то, возможно, лучше не возвращать. Возможно, лучше этого не делать. Потому что вам же по итогу, вам, может быть хуже. Ну, если мужчина, например, не захочет возвращаться. Если, например, мужчина откажет вам. Кстати, а вы допускаете вот тот факт, что он может отказать вам? Ну, вообще. Вы допускаете, что он может отказать вам? То есть, может... Ну, может сказать, что извини, я не хочу с тобой быть, там и так далее. Допускаете ли вы для себя такую возможность? Если да, то как вы отреагируете на это? Если нет, то почему нет? Из-за чего нет? По какой причине нет? Понимаете? Вот. То есть тут, конечно, вот желательно, чтобы вы для себя эти моменты определили, потому что, ну, они важны. Вот. Вот, в принципе, то это можно сказать. То есть я понимаю, что вы расстались, я понимаю, что вы хотите в новом быть, поэтому я думаю, что хорошая идея предложить ему поехать с вами в отпуск, да, но, может быть, как друзья. Тут, ну, потому что вы хорошо друг друга знаете, да, и, соответственно, проблем никаких не будет. Ну, и чтобы он тоже не подумал чего-то плохого про вас. А там уже, в принципе, будет видно, как он воспринимает, да, готов он идти на сближение, не готов он идти на сближение, вот, я думаю так. Интерес представляет вот именно то, для чего вы хотите отношения вернуть, что будет значить для вас отказ,
из-за чего вы, значит, ну, из-за чего вы ссорились? То есть, из-за чего была изначально ссора? Вот, мне кажется, что это вот те аспекты, которые в любом случае нужно исследовать. Потому что это важно. Вот. А дальше уже будет видно. Дальше уже будет понятно. Как и что, соответственно. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.